Сегодня в доме Нелли Микитич праздник. На побывку приехала ее любимая дочь Валерия. Девочка учится в 8 классе Могилевской школы Олимпийского резерва на отделении вольной борьбы. Этим видом спорта занимается почти 6 лет и достигла в нем больших успехов. Лера – дипломант многочисленных соревнований. Мама гордится своим чадом. А ведь когда-то она увлечение дочери воспринимала без особого энтузиазма. Сначала я была против, я не понимала этот спорт. Потом Сергей Викторович Лукомский, тренер ее, все-таки меня убедил, я согласилась. И сейчас я рада, что он меня убедил. Я вижу, как она стремится, как она занимается. Я посещаю ее соревнования, мы с мужем болеем за нее. Сын Саша тоже любит спорт, он активно увлекается футболом. Женщина всячески поддерживает своих детей и их начинания. Для них она старается быть первоклассной мамой. У меня мама хорошая, заботливая, я ее очень люблю. Она часто поможет в трудных ситуациях, подскажет, как лучше поступить. Я ее люблю, она очень хорошая, нас очень любит. На работе Нелли Владимировна также знают как отличного специалиста. Женщина работает на Славянке. Со швейной машинкой на «ты» она вот уже 20 лет. Профессию свою любит и рада, что выбрала именно ее. Мне нравится шить одежду разнообразная. Учишься чему-то, что-то осваиваешь новое. Все получается у нас красиво. Выпускаем красивую готовую продукцию. Выполняет все операции, вот, которые есть, которые можно только работать у нас, прошивать изделия. Вот она вот эти все операции выполняет. Вы знаете, что она, и хочу еще добавить, что она и замечательная мама, и хорошая хозяйка, и активистка в цехе. Нелли Микитич ощущает себя счастливой женщиной, ведь у нее есть главное богатство – семья. Она рада, что ее жизнь сложилась именно так. Людмила Любинцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.